Как рассказали в городском управлении образования, база данных единая для всего края. У специалистов на местах нет возможности влиять на место ребенка в очереди. Она формируется автоматически на основании заявлений родителей, которые они пишут через многофункциональный центр. Независимо от возраста, главная точка отсчета – дата постановки ребенка в очередь. Далее все зависит от числа желающих устроить ребенка определенного возраста в те или иные детские сады. Очередь может как уменьшаться, так и увеличиваться. Как ты один раз зафиксировался в этой электронной базе, единожды, вот какого числа встал, от такого числа все изменения и происходят в электронной карточке ребенка. У кого-то льгота появилась, а льготы не было в семье, ну, стала, например, семья многодетной, или папа или мама пошли служить в полицию и так далее, то они заявляются об этом через многофункциональный центр с приложением подтверждающих документов. Программа их ставит в льготную очередь, ну то есть очередь одна, но льготные детки, они впереди, детей общей очереди стоят. И они по этой же уже дате постановки, в которой они в общей очереди стояли, они в льготной оказываются, они тоже кого-то могут, кому-то поменять позицию.